на канале PolzaNetLife. Самое важное, вы должны понимать, что стримлю я прямо с устройства. Это Realme GT2 Explorer Master Edition. Это вторая версия Master Explorer, который вышел год назад, и где-то летом я его тестировал. Мне он безумно понравился, но в глобалке он не вышел. Что у него веселого? Это внутренняя память, разумеется, UFS 3.1, супербыстрая. Это довольно быстрый, но не самый последний процессор Snapdragon Gen 1, наша любимая восьмерочка. Всем привет, к слову. Не забываем писать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, и писать ободряющий комментарий, если вы вдруг все это дело смотрите на YouTube. Вот. Следующий момент. Здесь 120 Гц экран. Разумеется, процессор не последний, а предпоследний. Bluetooth 5.3. Последний. NFC есть. То есть мы устанавливаем MirPay, а благополучно оплачиваем. Android 12 версии. Realme UI версии 3.0. Мне прилетела одна обнова, хотя кому-то уже две. Может, у меня посвежее сам девайс, он уже обновлен. И ничего сверх какого-то крутого я не вижу здесь, кроме дизайна. Телефон супер, если бы я не понимал, что скорее всего его глобалки не будет. Но это тоже лирика. Сегодня мы будем гонять его на автономность в Diablo Immortal. Максимально непопулярная игра. Вполне возможно, в перспективе я все это буду делать в каком-нибудь PUBG, если вы не против, на максимальных настройках. Если брать по железу еще что здесь интересного, я сейчас покажу. Я просто покажу вам в игровом процессе, что он выбивает в Antutu и все остальное. По поводу шимы и всего остального веселого, через 2 дня на YouTube. Сейчас не прожарка. Если этот ролик наберет 1000 лайков, а это очень сильно вряд ли, то я сделаю прожарку перед обзором на лайв-канале. Если не наберет, то прожарки не будет. И это абсолютно нормально. Зачем мне делать 2 стрима вместо одного? Игровой процесс включаю, смотрите, что за спеки, я комментирую. Микрофон родной, камера сейчас фронталка, вы видите, как снимает. Но напоминаю, что Twitch максимум это 720p, по-моему, 30 даже FPS, может 60. Переключаю на игровой процесс, разумеется, все это дело прикрываю и показываю кнопку, поэтому давайте не будем. Еще раз пробую все это дело показать в игровом процессе, то есть здесь смарт был ни при чем. Здесь я просто не туда нажал, хотя вполне возможно Twitch отказался просто работать в, получается, таком режиме, но я не думаю. Смотрим. Это, скорее всего, все-таки смартфон, то есть это какой-то баг, может быть, это то, что он китайской версии. Я запускаю Twitch уже 3-й раз, будем пробовать дальше, но теперь будем пробовать войти в игру. Потому что мне кажется, что ему не нравятся все эти тесты. Потому что первая это и основная миссия у нас, это сейчас разобраться. Да, разобраться, почему он вылетает. Игровой процесс пошел. Все. Не буду я никуда выходить больше. Потом в конце, может быть, скажу что-то, чтобы мне было хотя бы реально как-то это склеить. Получается, никакие тесты вы не увидите. В Antutu он не выбивает миллион, но выбивает 3 миллиона в, получается, великом и ужасном... Сейчас, 5 секунд. Найду себя. В великом и ужасном Antutu AI. И это круто. Снова всем привет. Да, еще раз привет. Включаю Diablo. Сейчас мы посмотрим настройки. Все, я скачал. Зато смотрим в идеале, получается, насколько он... 99%. Enter the world. Я, кстати, почему-то не поменял язык. Ну ладно. Сейчас я секундомер включу. Ничего фееричного. Вы по железу можете сами посмотреть. Все хорошо, но сказать, что прям там какой-то супер-мега крутая тема, нет, я такого не скажу. Все отлично, но не прям, ну не мега супер круто, безумно там, чтобы визжать от радости. Нравится он мне очень внешне и тактильно. Сейчас я поменяю язык, сейчас я переубиваю типов. И да, все, можно менять. Настройки, графика. Графика 60 FPS поставим все-таки, да, чтобы он чуть-чуть уставал хотя бы. И главное, разумеется, язык будет русский. Пока его нигде не выпилили еще. Все. Все на русском языке. И еще раз начинаем игру. Уже 60 FPS. А время идет. Что-то не вышло. Да, и глядя в свою потемневшую крышку.
Дальше. Удивительно, что миллиона нет, у меня GT2 без труда выбил 1 миллион. Вот как есть, притом у меня фуловая комплектация, у меня 12256. Что-то там с сервером еще раз. Смотрим. Сырое еще ПО, да мне кажется, что миллион, может быть, они как раз 60, что... Игра может и в 60, вот только трансляция в 30. А, да, но вы будете видеть, понятно, игра у меня в 60, трансляция в 30. Но самое главное, что вы будете видеть, как автономность уходит с 60 FPS, потому что мне кажется, что когда у тебя смартфон все-таки подразумевает 60, ты будешь стараться приобретать что-то на 60, правильно? Может, я не прав, можете меня поправить. С удовольствием послушаю вашу позицию, нет места. Да что ж за печаль-то такая? Так, о, кольцо надеваем. Всем привет еще раз, меня зовут Саня. По поводу теста Шима будет все обязательно в обзоре. Сейчас ничего не будет. Почему? Ну, это разумно. Смысл мне сейчас все рассказывать, чтобы вы потом не смотрели обзор, правильно? То есть на Твиче мы тестируем в первую очередь что? Правильно, мы тестируем автономность и мы общаемся. По поводу этого девайса может быть прожарка, если вы наберете 1000 лайков под стримом этим записи. Я с удовольствием сделаю прожарку на YouTube, на лайв-канале, и мы сможем с вами прийти к единому знаменателю. Кому что не нравится, это раз. И два, какие здесь есть недостатки из разряда того же Шима. Возможно, то, что в Antutu миллион не набивает, это не критично. Вот если он сейчас 60 FPS будет вылетать, это критично. Когда тут смысл смотреть? Окей, валим, ждем обзор. Стрэп, Деган, да, удачи вам. Вообще не, я не призываю вас смотреть для того, чтобы... Чтобы что? Чтобы я вам все рассказывал? Я сейчас здесь в первую очередь для того, чтобы протестировать и проконсультироваться по поводу того, что уже есть. Вообще мне не нравятся такие разговоры. Я сейчас вас избавлю от данной претензии. Вы будете заблокированы и все. Так, заблокировать. Давайте не хамить друг другу. Если не нравится, ну не приходите. Минус один человек. Даже на Твиче у меня уже 20 человек забаненных. У него там, кстати, должны быть триггеры скрытые. Нету тут никаких триггеров ни скрытых, ни не скрытых. У иностранцев в обзоре видел. Ну как, какие, если тут сенсоров нет, какие тут могут быть триггеры? Может, я где-то что-то не понимаю? Так, стоп, а куда музыка ушла? А, это я отключил ее, чтобы не слышать себя. Что забанили? Чего? А, ну вот, уже оскорбление от человека пошло. Говорю, меня так умиляют просто хамло юное, которое приходит иногда в Твиче. На Ютубе такого нет. Самое интересное, когда был стрим, помните, прошлый, было онлайн 700 человек, и ни одного представителя отечественного быдла. А на Твиче вроде бы в онлайне 46, и прибегают дети. Ну, наверное, Твич по этой причине. Спасибо большое всем, кто начинает отслеживать. Вы помогаете проекту. Еще раз повторяюсь, что здесь платформа для того, чтобы мы пообщались первое, в первую очередь. Во вторую очередь, разумеется, для того, чтобы мы смогли прогонять тайные незаметные триггеры. Придется искать. Ну, придется, но я понятия не имею, где даже чисто теоретически эта штука может быть. Потому что здесь сенсоров нету. Здесь есть, понятно, это металл, но не знаю. Но это прям... А в каком обзоре? Скиньте мне в личку, пожалуйста, если вы нашли. На торце. На каком торце? То есть они без анонса обозначили триггеры? Ник Либра. Понеслась. Вот он юмор, вот он Twitch. Где кнопка выключения? Для того, чтобы стрим закончился. Очень умно. Привет, как дела? Да все отлично, вы дошли, и это очень круто. Мы сегодня играем в абсолютно непопулярную игру для Твича. О, для Твича это Diablo Immortal, притом без каких-то карт захвата. Напрямую транслируем все это через новый телефон Realme GT Master Explorer Edition. Больше всего нас интересует его автономность и способность не вылетать из игры. Желательно еще и из Твича. Black Count, привет. Так. Что у меня здесь не получено? Вот здесь еще не получено много всего. Отлично.
Так, куда-то я решил прыгать. Триггеры есть сбоку телефона. Да вы стебетесь просто. Вы понимаете, что у меня за смарт, нет? Realme GT Master Explorer Edition. Они же даже это не анонсировали. Где здесь триггеры? Ну, сейчас я ищу их по запросу. Да они троллят просто. Кто-то кого-то троллит и все. Ни в анонсе нигде не было о том, что там будут триггеры. На Realme GT Master Explorer Edition анонсировали. В каком месте? Покажите в телегу взаимопомощи. Скиньте ссылку, я вам разрешаю, где вы найдете, что там есть триггеры. Потому что я не вижу их. Ну, если их физически нет, их никто не в рекламе нигде не указывает. Кто вас там так пропесочил? Буду безумно вам благодарен, если это и правда так, но мне кажется, что вы меня обманываете. Ты прикалываешься? Я в паб играю с триггерами. Зеленую выведи, это правда. Сбоку. Shoulder buttons. Mintouch. Mistouch, понятно. Got it. Left и right. Left сюда, допустим. Right сюда. Очуметь. Прикиньте, спасибо. Ну, еще раз, вот видите. Аллилуйя. Ну, в этом смысле, мне кажется, самое крутое, я любую железку так гоняю. Евген, а что жестяк? Саня нашел триггеры, да. Но я в рекламе этого дела не видел. Обзорщик, а что это похоже на обзор? Еще раз вам повторяю, здесь люди собираются из тех, кто меня кто знакомы со мной, это раз. Два, я не обозначаю, что здесь обзор, здесь тест на автономность. Тыканье слышно, да, вибро слышно. Нужно, кстати, отключить это вибро, потому что мне кажется, что это Touch Optimization. Где вибро? Notifications, понятно. Да и ладно. Скриншоты. Ну, пусть останется так пока. Если будут бесить триггеры, скажете. А, может быть, не все. Я просто буду без них играть и все. Честно, да, не недавно. Триггеры находятся просто, получается... Подождите, а в любом положении они будут наверху? Нет, они только, получается, там, где кнопка питания... На этом торце два триггера. Очуметь. Друзья, еще раз, кто обладает этим смартфоном? Я напомню, я представитель канала YouTube Пользанное. 320 тысяч подписчиков. У меня ежедневно, каждый день новый обзор. И я, когда буду разбираться с этим девайсом, я буду разбираться с ним полностью. Но пока я разбираюсь с его автономностью. Smart Realme GT Master Explorer Edition. Третьего эшелона. Опять пошел сарказм. Я чувствую, что у меня здесь будет больше забаненных, чем где-либо. Так, а где у меня здесь должно быть понимание, куда идти, да? Триггеры в чехле пашут. Это вопрос? В штатном, не знаю. Сейчас попробуем его запустить. Так. Нет, не получается. Ну как-то здесь надо же пройти. Не успеваем смотреть. Пашут. Ну давайте я в штатный чехол запихаю. И я вам сообщу, пашут они или нет. Да, пашут. Но надо давить. Хотя, нет, сильно давить не надо. Пашут в чехле. 21 век, да? И что здесь? В указанной точке нет трупов. Что у нас за задача вообще? Найдите графиню. Дай некоторым админку, она есть.
Ну, просто я попросил народ сильно не банить, и, по сути, народ решил, что можно делать, что хочешь. Еще не горячий Gold Apex. Я, наверное, достану его из чехла. Отправил донат, но не видно. Ну, ладно, подожди. А по всем донатам это просто непривычно. У меня обычно донатов либо от Дмитрия Гордиенко, либо еще от кого-то местного. И они обычно пишут такие: «Саня, что-то скинул». И я смотрю. Никаких проблем с тем, чтобы посмотреть, нет. Огромное спасибо за донат. И сейчас смотрим, куда нам бежать. 100 рублей. Какой-то чел, здоровый отец, в последнее время тянет на фоточки. Обычного смартфона не хватает. Если не трудно, природу фоткать нравится иногда людей. Что именно? Вы спрашиваете, какую именно камеру купить? Вы напишите просто в чате, я здесь и так на чат отвечаю. Понятно, огромное спасибо за донат. Кстати, мне еще 2 дня назад Юляха какая-то закинула. Вообще без стрима, без ничего. Очень странно, непривычно. Сейчас я, подождите, побью всех и попытаюсь вам ответить. Как играть в Immortal? Говорили, проблемы, чтобы играть в него. Никаких проблем нет, просто если у вас психологические проблемы с тем, что вам кажется, что вас разводят на деньги. Допустим, я ничего не покупал. Если вы играете просто в линейку и какие-то задания, то вам все равно. Если вы хотите полностью прокачать персонажа, то да, там не вариант вообще никак. Так, какие ощущения от веса габаритов навскидку? Супер-мега-классно, особенно ощущения классные от материалов. То есть его хочется носить без чехла. Хотя он слегка и скользкий, с одной стороны. С другой стороны, у него все равно поверхность. Вот у меня зеленый он. Такое ощущение, что слегка матовая. Плюс у него получается структура, как у... В GT, в режиме GT играешь? Нет, по-моему, в обычном режиме. Зачем? Зачем? Мне нужна автономность, понимаете? Не фризит, не тормозит. Если будет фризить, тормозить, я буду искать дальше какие-то варианты. OnePlus 10T выслали мне. Будет обзор. Еще раз всем привет, кто смотрит записи. Огромное спасибо, кто смотрит в онлайне. Вдвойне спасибо. Боровек 13. Всегда пожалуйста. Спасибо. Так, 18 метров. Сейчас, подождите, я выкидываю. Меня бесит, что у меня много всего лишнего. Надо вообще не синенькое не брать. И долететь до какого-нибудь города, а потом уже продолжить выполнять задание. Ремни тоже можно все поуничтожать. Некромантские. Греется сильно? Нет, по мне не сильно, но я сейчас буду его тестировать сам. Не буду я выходить никуда, потому что мне кажется, что он может вылететь. Глобальный ОС не будет? Я думаю, не будет. Но опять же, я говорю с точки зрения того, у которого был Master Edition 1. Так, греется он довольно ощутимо с левой части. Сейчас я наблюдаю 40,5 градусов. А, нет, 41,3. Самое горячее место под камерой. 41,3 градуса. Быстро победите кровавую армию. А, быстро, окей. Окей, это все будет просто и быстро. Так, а сколько у нас времени? Так, 10, 7, 6, 9, 9 и все, победили. А, еще мне дается задание. Окей. Так, и что мне здесь брать-то? 18 убийств. Мне еще кого-то надо убить. Мне так кажется. Во. Все. Мы загнаны в угол. Вперед, мои кровавые воины. Да, вперед. Вперед, потому что мне надо каким-то образом вас переубивать такое количество, чтобы мне дали какой-то бонус, наверное. Надеюсь, это бонус. Либо это задание. А если это задание, то надо будет, наверное, по второму разу их всех убивать. Ну, раз триггер, можно... Да, считайте, это игровой смарт. Получается так. Так, бежим, 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 бежим. Раз. Два. Три. Какие-то там штаны воли. Еще 5. Ага, там их будет, получается, много. Если здесь получается 20. Уже не важно, на руках жежи. Ну почему? Иногда важно.
Хорошо, когда много у кого на руках. Но все равно горячий, горячий смарт. Так, 16 метров, не туда я побежал. Но у меня еще есть целых... Еще раз всем привет, огромное спасибо всем, кто пришел. Как только мы нагоним 75 человек, я даю вам слово, что здесь будет еще больше девайсов. Я, допустим, договорился насчет 3 смартфонов, которых у меня не было на канале и, скорее всего, не будет. Я буду гонять их только здесь. Вполне возможно, буду делать это еще и через карту захвата, но... Пока ту карту захвата, которую я купил, она не работает. Это раз, а два, все-таки супер мощные смарты-флагманы должны иметь возможность Twitch выгружать в онлайне, и ничего в этом критичного нет. Мы уже знаем, что Realme OnePlus Ace Racing Edition, да, уже рекорд, 60 рекорд. Вот, Ace Racing Edition благополучным образом справлялся, а стоил он на тот момент 18 тысяч рублей, так что все смарты, которые дороже, априори, по мне, должны справляться с этим делом. Единственное, я хотел бы на автономность, конечно, яблоко погонять. Купил переходник, купил все дела, но пока у меня не получается подключить. Так, 15, куда нам бежать? 19, сюда. На глаз 60 FPS держится, вообще ни одного микролага. Он горячий. То есть он, ну, комфортный пока, но все равно уже комфортный, потому что похолодало. Не скажу, что прям супер-мега холодный. И он без чехла. В чехле он быстро разогреваться начал. И в целом я лагов не видел пока. То есть, может быть, у вас и были подлагивания, но это точно не его вина, а вина Твича. Ну, понятно, 5S за 32 взял, я же low price. Выбираю модели OnePlus 8 Pro. И 9RT. Доберитесь до графиня. 9RT новее. Так, повторюсь, как думаешь... Сейчас, подождите. Я проверю донатов. Если нет, то тогда, может, поотвечаю еще на что-нибудь. 5S перепродать или оставить себе? Почему? Не знаю. В чем причина желания перепродать? За 32 тысячи можно новый перепродать и купить что-то крутое на том же Али. То есть с этой точки зрения я все-таки за перепродажу, если он вам идет по такой цене. Я в VR часа играю в игре и грел, вообще не грелся, причем никаких GT режимов не включал. Так, опять вот смотрите, опять владелец, вот сейчас вы владелец, окей. Вы хотите сказать, вот сейчас я навожу на смартфон без чехла. Он, кстати, сейчас весь уже 38, был 41. Ура! После 5 минут мучений при попытке зарегистрироваться, я здесь подписан отслеживать. Николай, огромное вам спасибо. Очень ценю всех, кто помогает проекту, а это огроменная помощь. Я понимаю, что Twitch может быть завтра забанят, но здесь я учусь в первую очередь стримить. То есть здесь я обучаюсь и потом, допустим, напоминаю всем, кто беспокоится, что здесь людей мало. Твичил я на YouTube недавно, 2 дня назад. 700 человек в пике было, 707 онлайн, и помимо 707 человек онлайн, мы имели еще и 16 тысяч уже просмотров данного стрима, поэтому давайте не беспокойтесь за меня, все будет хорошо. Здесь мы с вами тестим девайс и в радость общаемся в первую очередь. В PUBG греется на 60 FPS, но умеренно, после двух полных каток норм. Окей, это ж хорошо. Так. Бонусы. И надо все это дело продать, иначе я опять буду печалиться. Так, медальон. Опять мне надо все уничтожить. Утилизацией занимаюсь всю игру, потому что в какой-то момент времени не продал и не разобрал. Точнее, здесь не продается же, здесь разбирается. Саня, триггеры отрабатывают как? А я не знаю, я на них толком не нажимаю. И мне кажется, что я нажимаю не на них, а на сенсора. Но опять же, это мое субъективное мнение. Сейчас 5 секунд. Так, есть. И понеслась. Ремень, медальон, плитки и клинок твердости. Все. Закрытие через боевой не надо. Тяжелые перчатки нам не нужны. Можно жизни забрать и прыгать. Зато в New State доступно 90 FPS. Вот я в New State бы погонял. Дмитрий Гордиенко, как тебе идея? Мне кажется, что он будет норму его грузить, нет? Не обязательно этот смартфон, а вообще. То есть Diablo погоняем, надо будет, наверное, как-то...
Так, войдите в темную, в темницу Вала. Я же могу сейчас телепорт сделать. Все эти темницы, мне надо кому-нибудь что-нибудь продать, наконец. Можно вот, в сундук с сокровищами. А, опять сундук. Где я нахожусь? Древо Юнификус, понятно. Врата странствий. Опять на меня кто-то нападает. Ну что это такое? Стоит, никому не помогает, да? Древо Юнификус, врата странствий, врата странствий. А больше никуда я не могу. Что за печаль-то? Кузнец. Путь. Что там, как дела с Геншингом? С Геншином, Боровек? Ну, не знаю, пока никак. 32 обычная цена. Я не помню 5С, по-моему, 35, нет? Услуги. Улучшить передачу уровня, разобрать. Вот. Разобрать все эти по-любому. И разобрать все эти по-любому. Что ничего лучше я не видел. А вот лучше. Отмена. А, ну он желтенький. Желтенькие я не разбираю. Только синенькие и серые. Все. Эти штуки мы дальше сможем улучшать. Услуги. Надеть. Перенести. И здесь надо понять. Посетить распознавателя. Распознать. Вот тоже так интересно сделали. А зачем этот распознаватель с одной стороны? Так, надеть, перенести. Урон прям бодрый стал. И по здоровью. Используется на 4... А почему она считается хуже? Уровень предмета ниже. Понятно. Ну-ка, надеть, перенести. А, то есть если я переношу, то он уже не ниже. Очуметь. Очень странные дела. Все, теперь можно разбирать все. О, еще со старой Диабло фишка оставили. Да, да. А что это за красные предметы тогда? Из легендарного извлечения сущности. New State классный. Окей. В кодексе всегда можно найти, чем заняться. Не сомневаюсь вообще. Передача сущности. Извлечь. Извлечь. Окей. Та-дам. Какой резон скидывать? Шляпа же это, по идее, через год в плюс уйдет, а шестой в минус продаж понеслась. Извлечь. Из оружия. Извлечь. Приветствую вас, архитектор. Привет, рад, что ты дошел до нас. Так, увеличивает урон на 10% и извлечь. Больше неоткуда извлекать ничего. Так, теперь передать надо. Передать сущность. Ага, нет подходящего предмета, очуметь. Передать сущность. Окей. Передаем. Ей! Костяные сферы, которые обезвреживают противников. Вот так вот. И пробойник. Увеличивает урон от повелителя скелетов на 10%. Ей! Red Magic 7 Pro скоро будет на Твиче. По мне, опять же, если вы не против. Так. Как тебе тачная отзывчивость? Пока нравится, но у меня, я не знаю, как... вот только что мне рассказал человек, что у него не потели руки. Вот у меня потеют руки уже со смартфоном. 26 минут, левая рука начинает потеть.
Напоминаю, что да, 60 FPS. Но игра не лагает вообще. Так, ну куда-нибудь мы прыгнем. Войти. Не хочу. Сколько у тебя уже батарейка потерялась? Смотрим. Не хочет. Сейчас он догреется. Понятно, пересказ мы не будем смотреть. А не знаю, не показывает. Батарея 90, 9% всего. Есть ли смысл в этом смарте при наличии OnePlus 10 Pro? Не знаю. Не сейчас. То есть, когда я его полностью погоняю, я вам скажу. Пока ничего не скажу. Это как спрашивать про зачем они сделали 8T и все остальное. Начнем с того, что он дешевле, чем OnePlus 10 Pro. И начнем с того, что у OnePlus 10 Pro есть один огромный недостаток, из-за которого его нельзя супер-мега-флагманом называть. Он не обладает, к сожалению, такой фишкой, как влагозащита. И этот тоже. Вот сейчас я видел микролаг первый. Вот такая вот лабутень получается через 30 минут. Но смарт реально горяченький такой. Шаманы. Какие-то типы бегают. Ремни. Привет, мистер Мойсон. Спасибо, что подписались или просто пришли. Не забываем подписаться, кто пришел первый раз. Буду всем безумно рад. Мы сегодня тестируем довольно стандартный для всех девайс под названием... Ух ты, как жестко-то, а! Что-то там у меня где-то набирается жизни, а где-то у меня их забирают кто-то. Я горю. Короче, я горю. В прямом смысле. Горю на работе. Какой-то шаман, наверное. Сообщи, как яркость, например, упадет. Яркость не падала. Яркость не падала вообще. Он пока не в курсе, пока только тест автономности. Нет, фото я делал, видео ничего, пока супер-мега-фееричного я не скажу. То есть мне нравится, как основная камера снимает днем. Не особо она мне понравилась ночью. Но я уже на YouTube, в телеграм-канале скидок выкладывал пример. И я не скажу, что там что-то супер-мега-фееричное. Это что, не Xiaomi, чтобы яркость понижать? Или не iPhone, да? Бежевого цвета с металлической рамкой не было. Я заказал бежевый. Мне написали, что, друг, если ты хочешь вообще получить смартфон, тебе придется доплатить. Я доплатил. А потом оказалось, что мне надо еще доплатить. Я еще раз доплатил, в итоге мне послали зеленый на 12 гигабайт. То есть, да, у меня конкретно не было выбора. Ну и я не расстроен, потому что темные цвета, их проще продать. Вот и все. Ввиду того, что глобалки не будет, я себе его оставлять однозначно не буду. И все. Как он тебе в сравнении с первой версией Master Explorer Edition? Первая версия была супер эпична, потому что не было ничего подобного. Сейчас он, получается, пытается ее в каком-то смысле для меня, во всяком случае, переплюнуть. То есть, потому что то дело прям было мега эпичное, это было что-то новое, он суперски снимал. Опять же, пока я не выгружу обзор, может быть, съемка поменяется в лучшую сторону значительно. Я не скажу, что он плохо снимает, я просто скажу, что я видел и получше аппараты. Опять же, все будет познаваться в сравнении. Баал, как-то мало жизни у Баала, ну ладно. И мне кажется, что мы просто половину уничтожим у Баала, и потом он благополучно телепортируется, и мы будем его сейчас где-то лупить. Ждем Gen 2, короче. Ну, да. Суперский легендарный смарт среди фанатов с Realme. Да. Солидарен с вами. То есть без него Realme был бы другим. У меня, может быть, будет, еще раз повторяюсь, вариант 3T купить. Могут люди ли тягаться с самой преисподней? Он так эпично это сказал и убежал, да? Проклятие, остался лишь осколок. Залтун, веди остальных через долину внизу. Я телепортируюсь к Балу и выиграю для нас время. Окей. Самонадеянный глупец. Чемоданчик.
Нет, я не про Master Edition, я Master Explorer. 3T это вроде то же самое, что Q5 Pro. Я читал, что так оно и есть, но неизвестно. Проверим. Так ли это? Я знаю, что на Али он сейчас 65 тысяч. И это, конечно, лютый бесполезный оверпрайс. По-моему, у меня такое ощущение, что я это уже дело проходил. Либо они сделали что-то подобное. По сути, похожее что-то. А мне X2 Pro нравился. Не сомневаюсь. Али не цены подняли со вчера, они подняли просто курсы, все. Подпишитесь на телеграм-канал взаимопомощи, и вы будете знать все и обо всем. И поэтому, когда они поменяют курс доллара, вам кажется, началась распродажа. По факту, все как было, так и осталось. 2.10. Ей. Типок. Владыка. Я там до сих пор в блоке. Так вы на скидок подпишитесь. Я ж там тоже выкладываю контент. Как вы в скидках можете в блоке? Там нет никого в блоке. Саня, вот пришлось бы тебе сейчас брать смарт под себя. Что бы ты вкупил? Опа. Попробуйте еще раз. Сейчас 5 секунд. Мне кажется, я знаю, что происходит. Сейчас я скажу Игорю, чтобы он не подключался к моему серваку. Вы погибли. Зашибись. Игорь, я в Diablo стримлю. Ты можешь выйти из аккаунта? Я ж тебе говорил. Спасибо. Давай. Общий ак. Вот что он делает с нами. А дальше. Так, не, вряд ли iPhone. Понял. Тридцать семь секунд. Я думаю, что мы победим все равно. 33. Хотя, может, и нет. Что-то как-то тут все пока мрачно. Так, 37, 24 секунды. Нет, ну тут зароб идет, давайте откровенно. Все-таки норм. Может быть, успею. 16. Есть, успел. Так, а чего? Я успел. Все. Это было близко. Что выбрать? 9RT, Realme GT2. GT2 Pro. Наверное. Не знаю, такие специфические вопросы, понимаете, лучше спрашивать не у человека, который одновременно играет, а отвечает. Вопросы выбора, это нужно сидеть и думать. Вы уж простите, я сейчас могу на какие-то тривиальные вещи отвечать. Ты так и не сказал, что купил бы себе. Пум-пум-пум. С чем ходить сейчас? Глобалка X80 Pro Vivo. То есть я однозначно ничего бы не брал без гуглов, ну если бы я не планировал яблоко. Если мне надо было бы снимать, однозначно я купил бы iPhone любой, не думая. Именно видео. Да вроде бы вы не смотрели мой стрим, у меня был стрим на 1:40 по поводу того, как выбирать смарт. Себе, учитывая, что я снимаю, я купил бы любой iPhone, вообще любой. Главное, iPhone. О, как меня долбанули. Мне еще не готово. Ух ты, ёшки. Вот здесь уже интереснее, уже 400 тысяч жизней у него. Мне кажется, в следующей будет локация уже миллион. Нет, нету пока миллиона. Привет, Исида. Очень приятно тебя видеть. Вообще приятно всех видеть. Новых, старых. Старых особенно. Что местные. Местные это всегда хорошо. Так.
Так. Привет, как смарт? Пока нравится, пока греется, но терпимо. Притом, мне кажется, что прогрев меняется иногда в лучшую сторону даже. Но опять же, стримлю без чехла. Так, и осталось 7000 жизней, все, в принципе, банкет закончен. А, Саня, как же видео, как же по видео IQ 9-10 Pro? Еще раз. Как понять, как же? Друзья, у меня есть топ-10 смартфонов, дороже 25 тысяч. Посмотрите, пожалуйста, канал Пользанет, Саня меня зовут, черненький, на вот такой же логотип. И вы поймете мое мнение, почему я должен 1000 раз его повторять, если оно уже озвучено сразу 200 тысяч аудитории. Слышала мое мнение по поводу железок. Это вообще дичь, вы серьезно? Так, и... Ага, что-то там выдало мне. Благословение Рошаля, как француза какого-то благословения. Парниша, приятно. Пам-пам. Пока на 60 FPS как-то он работает. Потихонечку. Где-то здесь вопрос. Это было невероятно. Я участвовал в битве с владыкой демонов Баалом. Залтун Кул был там. Он сказал Талараше, что повредить камеру мироздания можно лишь оружием архангела. Это усложняет дело. Хозяин знал только о двух таких предметах, попавших в санктуарий. Первый это Элдруин, оружие Тираэля. Не думаю, что он захочет с ним расстаться. Ладно, понятно. Зарубы продолжаются, как говорится. Почему сейчас оружие? Сейчас админы поперхнулись. Я абсолютно не понимаю людей, которые приходят для того, чтобы быть заблокированными. Друзья, если вы собираетесь друг другу хамить, подкалывать таким образом, то зачем мы еще и на Твичите? У меня больше 2100 человек заблокированных в болталке. Это уже достаточно. Давайте здесь хотя бы нормально общаться. Сейчас 5 секунд. Да, милая, я стримлю. Что случилось? Хорошо, давай. Так, и Саня решил все-таки просто продать F3 и все ни на что не менять. Буду ходить с GT2 Pro, а второй смартфон куплю, тогда Gen 2 выйдет. Тоже вариант неплохой, к слову. Это было нечто, а значит, и есть гиблый остров. Кто-то наверняка сможет указать, что-то там указать. Окей. В этом порту редко бывают искатели приключений, когда на рейде нет ни одного корабля. И ты явно не из этого сброда. Это что приезжают сюда в поисках работы и не пираты, если уж так пошло. Но как любому чужаку, тебе все равно лучше сначала зайти к Талве. Ему не понравится, что у нас шляется невесть кто без его ведома. Пошли, я тебя отведу. Пойдем. Не отставай. Передашь ему, да, передам. Саня, тут все норм, ты просто не подряд читаешь ответы друг другу в чате. Ладно, то есть открыть, окей. Снимаю блокировку. Потому что я этот... Ладно. Короче, опоссум рули там. Эй, я запоминаю всех, кто сходит на берег в моем порту, а твое лицо мне не знакомо. Что понадобилось на гиблом острове еще одному искателю приключений? Я ищу на этом острове древний храм. Ты знаешь, где он? Хочу предложить продвижение вашего канала. Не надо ничего, все, спасибо. Нам и так хорошо. В Росритейле обычно здесь и сейчас пали. С ожиданием месяц, конечно, можно среди разных китаек выбрать.
Так, вот это, наверное, все-таки металл, вот это точно надо забанить. Это же потому что спам. Чистой воды. Пять секунд. Все, убрал спам. Никому не верьте, раскрутиться можно только самому. А дальше, ясно, ты с чародейкой, теперь понятно, вы оба появились из ниоткуда. Ума не приложу, с чего вас интересует этот храм. Вы найдете там только смерть. Храм к юго-востоку отсюда легко найти. А, только тебе очень повезет, если доберешься, а не сгинешь по пути в болоте. Если у тебя все, ступай. У меня своих забот хватает. Ступаем. Ну, F3 огонь, Lenovo пушка, хорошо. Да, только так. Так, только так, и больше никак по-другому. Самоцветы понеслась. Улучшить. Улучшить. Создать. Улучшить. Отлично. Все, больше ничего не могу. Дальше улучшить. Нечем улучшать. К сожалению. Улучшить. Окей. Улучшить. Бездумно улучшаем всякие самоцветы, но я думаю, что этого все равно будет достаточно. Так, единственное, что-то здесь есть. А почему Саня игнорит вопрос про экран? Какой? Ничего не сбросилось. Я скажу, если сбросится яркость. Или какой конкретно? Прошим, я не проверял еще. Хотя у меня здесь есть эта штука, чтобы проверить. Но еще раз повторяюсь, это не... Так, стоп, а что это здесь такое? Оружейное. Комплект 1. А, я могу сюда скинуть что-то там. Но не хочу. Тайник тоже мне не... А хотя, может быть, там что-то есть, что я уже могу на себя напялить. Скорее, что могу продать. Снять. А, наоборот. Закидываю сюда. И все, остальное можно... В принципе, разбирать. Саня, прости, забежал минут на 15. Обязательно посмотрю запись. С радостью выгружу это дело. Мне кажется, что он будет двухчасовой, этот банкет. Гиблый остров. Летающий. О, ненавижу вот эти вот штуки, которые стреляются так. Такие они мракобесные всегда. И очень быстро пожирают жизни. Прям мега быстро. Сфера воли. А что, опоссум собирался в поход? Опоссум, признавайся давай. Мерзкий ящер. Вот живности. Пока ничего плохого сказать не могу. Супер сверхъестественно, хорошего тоже не вижу. Не желтит, не синит. Грани прямые. Но вот обрезку вы видите сами. А, вы не видите сейчас на стриме, какая обрезка у изображения. То есть здесь такая полоса не особо приятная. И наверху, и внизу. А почему лягушки убегают, интересно? Тянет игрулю на максималках РТ. Какую именно? О, типы зелененькие. Так, стоп, а я не той стороной держу, чтобы вообще использовать триггеры. Или я их отключил? А, нет, не отключил. Текущую ты играешь... А что я играю сейчас? Не текущую? Я все играю. Все, что приходится, все играю. Вечер добрый, Эд Джейсон, привет! Фёст, это вы мой первый подписчик, или что это значит? Кто-нибудь мне подскажет? По-моему, не один. У меня, кстати, на Твиче есть один подписчик. Ну, подписчик именно, не фолловер, а как-то, я не знаю, как эта штука называется. И мне что-то подсказывает, что это Эд Джейсон. Так, а что эти типы думали? Ничего, отлично. Решил ждать смарты на Gen 2, так как информаторы пишут, что будет много смартов на 890,
на 989-м AMX, а без хочется UFS 4.0, да? Понятно. ZTE на 8 плюс Gen 1, MME 2 экран намного хуже ZTE. Мистер Мойшин, ZTE такое лютое днище, что если вы его продаете, я еще раз повторяю, всем фанатам ZTE покинуть мой чат, покинуть мой канал. Если у вас не было на руках Lenovo ZTE и вы не пользовались этими устройствами, возможно, вполне вы думаете, что я какой-то сильно заряженный. Мне не важно, что вы выберете, Samsung это, Xiaomi или Яблоко, но ZTE, Motorola, Lenovo, да хоть ZTE. И нет, нету. Хорошо, у китайцев. Китайцы, скорее всего, взяли просто этот аппарат и какую-нибудь ультру, которая стоит на 40% дороже. Почему я должен обзор... Я говорю, вообще не хочу ничего смотреть. Чем он плох? Чем этот экран плох, по их мнению? Яркостью или чем? Как ни назови, лучше он не станет. Да, с кем не сравнивать, лучше он точно не станет. И кто бы не сравнивал. Я понимаю, что там просто лютая маржа с Lenovo, с Motorola. Ты там, не знаю, и рассказал о ней, и продал их 5 штук, и получил 50% стоимости. И круто. Но, блин, ну это шлак. Ноябрь будет жарким, преза Куалкома. Может быть, будем его ждать, этот ноябрь. О, типы какие-то. Все, мы их расстроили, теперь можно воевать. Ничего ж себе. Да, перекупофобия, потому что ZTE-шки продавали за 30... Ну, я напоминаю, что Ультра продавалась за 43. Я специально посмотрел. Сейчас сами китайцы после наших грамотных обзоров, обзорщиков, уже начали продавать по 50 с лишним. Ну, как бы понятно, там и курс имел место быть хороший и приятный. Но не только курс. То есть там в долларовом эквиваленте они стали тупо дороже продавать. Саня, это опять тот тролль. Забани его, пожалуйста. А, это полотенчик. Ёшки, надо было и вас еще просто раз забанить. Я что-то думал, что вы адекват. А как таможня вычисляет что? Какой стоимости посылка? Ее указывает сам отправитель вам. Потому что если он не укажет, его будут как минимум сильно штрафовать. И он потом вообще очумеет. Посылать что-то в Российскую Федерацию. То есть продавец может рискнуть своим, получается. Да, я уже забанил. Так. Термот. Термоту ничего не помогу. Ну ладно, жаль. Рене. Окей. Дальше. Всех победим, всем поможем, всех спасем. И вот так. Все. А на Ютьюбе, да, жарко было, крайний стрим. В плане людей, там что было? Там я потому что не успевал читать. Вы уж простите, я под конец что-то попытался почитать, но понял, что это гиблое дело. За шутки нет, за хамство да. Нет, там человек троллит. То есть он прошлый стрим весь выносил мне мозг по поводу Lenovo, что Lenovo лучше. А теперь он пришел, понял, что я ну, не считаю, я абсолютно нормально считаю третий эшелон хламом. Я не считаю правильным рекомендовать блогерам третий эшелон. Вот. А, народу много общалось в канале, ну и админов было много. У меня в чате админов получается 29 человек. В следующий раз с Филом, когда будем делать стрим общий, я думаю, что я всех попрошу там быть. Я думаю, человек 20 точно сможет. Я, наверное, сделаю, что только подписчики могут отправлять сообщения. И ограничение в минуту. Теперь еще спокойнее в чате ставим. Однозначно. Первый раз тебя опробовал в таком активе. Ну, классно же. Ощущаешь свою значимость, Дмитрий? Не сарказм, фильтровать вот это вот все, как люди троллят, оскорбляют, еще что-то, это ж правильно. То есть,
Ну, люди приходят не для того, чтобы их кто-то подколол. Люди приходят за информацией. И когда вместо этой информации они получают какой-то шлак, мы старались как могли. Все отлично получилось, у меня нет никаких банов. И все, кто не пересматривали бы стрим, никаких проблем нет. К слову, вы можете как админы пересмотреть любой стрим и удалить любые комментарии, что вам кажутся лишними. Но это вообще, чтобы вы понимали. Да, админы с ума сходили. Лучше лишний раз забанить, я говорю, лишние тысячи, 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч человек. Лучше пусть останется 100 тысяч, но они не будут хамлом, быдлом, не знаю, людьми, которые мешают другим людям, особенно на стримах. Опять же, это мое субъективное мнение. Вот сейчас мы стримим, и ничего, все великолепно. Душевная атмосфера. Приходят какие-то особо умные, думают, ну, хорошо, им весело. Весело, потом их просто не будет, и все. Микро приплыл. Прикрыл. А, микро, извините. Мистер Моррисон, спасибо, что начали отслеживать. Очень приятно. Он просто его рукой закрывает. То есть ты играешь так, чтобы думать, как не закрывать микро? Окей, ну кто-то же будет использовать смартфон для стрима. Я это еще не скрываю. Вот мне как удобно играть. Вот если бы я играл, как мне удобно вот сейчас, то примерно так бы вы меня слышали. Поэтому давайте не будем. Окей, микро не под стрим. У нас в стране один магазин продает телефоны от ZTE, думал, брать не буду. Но нет, берут, оказывается. А потом сижу и думаю, какие мазохисты покупают эти смарты. Ну, в первую очередь, те, кого каким-то образом убедили окружающие, что главное – это циферки. И оболочка не имеет значения. И поддержка не имеет значения. И фан-база, и материалы, и сборка. А просто вот как все это. Я купил ZTE-шку одну, но дешевую. Кадей. Это ты, Кадей? Я собираюсь в деревню неподалеку. Отлично. Подлоченчик, да. Сначала Lenovo покупают, потом это дело. Сказал мне, что надо поговорить с тобой. Проклята чушь, полная чушь. Невежды все непонятное списывают на магию. Понятно. Понятно, непонятно. Куда идем? Маркетинг решает, ничего, фон, такая же тема. Да, и просто потом в рекламе у себя поменяли количество нит максимальной яркости, и все. ZTS многие еще с давних времен помнят. Вот и, наверное. Осматриваем трупы. Прелести всякие выползают. Наплечники, жизнь. Видишь, это никакая не магия. Так, сейчас типов всех убьем. Чтобы никто не подошел. Теперь можно нормально поговорить. Кто-то убил этих людей, отравил их смертельным ядом. С этой тварью надо разделаться. Тело приплыло из деревни выше по реке. След из трупов может привести нас к убийце. Отлично. Спасем деревню. Ящера. Падальщики. Да. И мы уже 43 уровня, друзья. Сань, подскажи, что будет, если продавец занизит стоимость до максимального порога, то есть до суммы таможенного понизит? Но если он согласится, то если таможня не проверит, все будет хорошо. Если проверит, вас вызовут на таможню просто, и все. И вы будете показывать принтскрин. У меня такого не было ни разу. Принтскрин заказа. Могут, не знаю, отштрафовать. Ну, оштрафуют-то по-любому, вопрос просто на какую сумму. Не любитель играть на прохождение типа квест, но Саню приятно смотреть. Я не скажу, что это прям квест-квест. А я, кстати, не могу... Ну, наверное, могу все-таки играть. Так что это такое? Похоронить. Окей. А, я не могу, наверное, хоронить, пока не убьют всех там. Что за адская тема? Почему я не могу его к нему подойти? Все, похоронил. Уже не похоронить человека. Дичь. Realme никогда не расстроит, хорошие смартфоны. Великолепные. Вообще все от BBK практически радует нереально. Ей, вибра включилась. И теперь мы банкет устраиваем. Личиночник. Личиночник. Личиночник.
Обзор примерно когда ждать на смарт? Через пару дней. Я его уже везде прогнал, я уже пофоткал, видео поснимал. И в принципе у меня есть по поводу него мнение, но мне для того, чтобы его до конца сформировать, первое, надо в него поиграть, разумеется, как вы уже поняли. И второе, все-таки посмотреть реакцию людей и вопросы, которые их интересуют, когда я выгружу это все дело на лайве, и они посмотрят такие, о, ничего там, какие-то такие вопросы. Спасибо, братишка, до этого Poco X3, то есть сейчас, в принципе, мне нравится. Poco X3 отличный телефон, как и X3 Pro, за свои деньги. Ты видишь, всюду трупы, деревня погибла, мы опоздали, никому уже не поможешь. Ну а что делать? Не хочет воскрешаться человек, ладно. Его право. Заброшенная деревня. О, кто ты здесь, вор? Ты ищешь отобрать у меня маяк. Болотная личинка. Нет, не ищу я отбирать маяк ни у кого. Мужику плохо. Что там еще? Лучше бы кинули, чтобы вспоминали. Надо нормальные смартфоны брать. Ну ладно, ладно, у каждого своя, правда. Просто я говорю, пытаться моей аудитории впихать Lenovo, Motorola или ZTE, ну я против. То есть у меня есть позиция. Люди могут ее не придерживаться, конечно, там, послушать, сделать наоборот, сделать, как они считают нужным. Это правильно. Всегда нужно слушать и делать так, как ты считаешь нужным. Если, тем более, денег много, почему нет? Чужой опыт – это не свой опыт. Ну, не знаю, насчет стоит ли. Специфично это все. Вопрос. Не будет глобалки, понимаете? Не будет. Глобальной версии не будет. Я его чувствую. Отлично, что ты чувствуешь. Это один из маяков храма на Маре. Не в нем ли причина его страданий? Нет, он стал жертвой зверя, который мертв. Но маяк становится... Светится оберегающей магией. Она должна была защищать храм от уничтожения. Мы слышим твои руки. Простите, пожалуйста. Какие проблемы без глобалки? Почитайте. Хотя бы оповещения. Иногда бенда. Много всяких. Очень много всяких мелочей. Вроде бы неважных. Китайщина все равно будет выползать. Так, какой-то трип тут. Гиблый остров. Бесподобный сундук. Ну, как-то скромненько, но все равно. Могло быть все намного лучше. Скелет-мародер. Девять РТ не глобалка. Норм работает у нас в стране. У меня, да, но тут зависит, еще раз повторяюсь, от региона. Спросите лучше в телеграм-канале взаимопомощи. Я 9 РТ купил еще раз, кстати, вот сейчас за 24 тысячи. Тоже с глобальной прошивкой, но китаец. Расскажу, что там поменялось. Еще раз сделаю обзор. И с чем-нибудь там сравню. Потому что советую до 25 тысяч. И может быть все стало намного хуже. А может наоборот еще лучше. И поэтому стоит на него обратить внимание. Несмотря на то, что зимой я на него тоже делал обзор. Узнаете на чем. Еще раз говорю, китаец на глобальной версии. Если вы разбираетесь, то разбираетесь же или нет? Ну что, мы уже 1 час 1 минуту отыграли, и можно посмотреть, сколько он процентов съел. 77 было 99, 22%, но это 60 FPS. Горячий, левая рука потеет, но не критично. Ничего ж себе, он вообще бодрый. То есть вообще не пробивается, смотрите, мародер.
него выносливость к урону и все. Сами прошивали? Нет, я купил у китайцев на Алиэкспрессе. Когда придет, расскажу. Тот, что у меня был, вы можете посмотреть на Ютьюбе обзор. Попробовал бы еще в режиме лоу на GT поиграть. Сейчас ты в баланс. Посмотрел бы нагрев в них. Режимы переключаются в том же меню, что и триггеры. Так. Ну, первое. А зачем? Recommend. Dual action, single action. Не-не-не, ничего я не хочу, больше ничего устанавливать. Мы пока одним кадром играем, зачем? Все в порядке. Температура видна, процент батареи тоже. Low, отмена, balance, GT. Вот так. No connect. Просто он вылетит из Твича и все опять. Не хочу. За 3 недели ни разу китайщина не вылезла. Все удалил через АДБ, настроил уведомления, а отп установил от OnePlus. Уведомления приходят те, некоторые нужны. LTE в MSK норм. Ну, начнем с того, что TWEI вы должны были первое написать. Я из Москвы. И дальше можете вообще ничего не писать. Почему? Потому что если вам даже ничего не зайдет, то в Москве продать что угодно. ZTE или еще что-то, вообще никаких проблем. 17 миллионов человек, welcome. Это раз. Два, по поводу связи. У вас она, в принципе, плохой быть не может. И три. Ну, это OnePlus он помог перепрошить, да, Валентин? Наш вился по разману. Освобождаем выжившего. Освобождаем выжившего. О, Валентинчик. Ты напиши мне, чтобы я тебя сделал здесь админом, если тебе не лень. Видите, админы дошли. Так. Вы покидаете зону события. А, мне туда все-таки идти. Да, милота. Валентинчик. Мы тут давно. Андрей, окей. Как мне бесит вот эти вот стреляющие. Очень лютые типы. Сегодня видел в Ютьюбе обзор на Nubia 7S Pro. Nubia рекламу закупают, что ли? Да, и ну, не знаю. Насчет рекламы я знаю, кому они дали, и он мне даст для Твича. Обзор я не буду на нее делать. Мне кажется, что их, да, разослали, наверное. Может, не реклама, может, просто разослали. Как вариант. Я пока не смотрел обзоры на них. То есть мне сам как игровой смартфон, почему нет? Вот так вот посидеть, пообщаться, посмотреть, сколько он ест за 2 часа. Как нагрев? Не критично. Он как-то туда-сюда. Сейчас. А где только что же был нагрев здесь? Хм. А, нет, здесь нагрева как раз не было. Мы видели здесь только батарею. А нагрев я сейчас проверю. Но у меня ощущение, что торцы стали горячее. То есть тепло отводится через грани смартфона. А сама внутрянка стала прохладнее чуть-чуть. За час... Нет, не стала. 44 градуса. Кто там юзает его? Напиши в чате, что у тебя не 44 градуса после часа игры. Это без чехла. Как мне вот умиляет. Но с другой стороны, еще раз, по поводу нагрева-не нагрева, сразу хочу отметить, что смартфон... Фризил всего минимально один раз. То есть вот я видел, чтобы он фризил, там несколько человек. Может быть, это даже из-за сети. То есть это он ни при чем, может, сервер. А так мы играем в 60 FPS довольно комфортно. Очень комфортно, я бы сказал. А нагрев 44 градуса. Вот такая вот игра. Ты же стримишь, а он так просто играл. Ну, может быть. Может быть, вы и правы. Если искать оправдание смартфону, да? Так нет, но он горячий. Это как он может быть не горячий? Снова не досмотрю, жена уже злится. Ну, Golden Alex, просто посмотришь на лайве в записи, если захочешь в X2 потом. Будешь куда-нибудь ехать.
Что тут может случиться? Сгорит? Ну, сгорит, значит. Все равно узнаешь. Приятно было пообщаться, приходи еще. Так, куда я пошел? Опа, я зачем-то в какое-то подземелье ушел. Ну-ка. Давайте посмотрим, что за крысы. Пусть тоже смотрит. Спокойной ночи. Gold Chain Alex. Типы какие-то страшные. Молю, не отпустите. Меньше знает, крепче спит. Так, кого-то они уничтожают, разумеется, поедают и забирают души, как мы понимаем. И потом души будут заточены вот в этой штуке. Как люди успевают плодиться в такой обстановке, вот интересно. А то звук, что прыгает, это Саня руками закрывает микрофон, вполне возможно. О, видели? Через час его нагнала легкая слабость. Ну, не 77, да, как у Ультра. Но у Ультра не было, по-моему, таких зеленок. Или были? Сейчас видели кто-нибудь артефакты? Или это у меня видеокарта уже 68-я печалится? Пам-пам. Стреляем. Были квадраты. Ну вот, через часик, видите, легкая форма печали началась. Метра. Как у кого день прошел? Как счастливый понедельник? Веселый, не особо. Уже все ждут пятницы? Или наоборот, у кого-то в пятницу именно начинается работа и заканчивается отпуск? Весь день спал. Джейсон, хорошо тебе. А что ты ночью делал? Играл? Работал? Я с обеда свалил с работы. Евген очень грамотно. Dimensity 9000 по мне довольно неудачный процессор. 8100 Max великолепный, а этот я не видел. Хороший вариант его. Ну, может быть... Как я могу относиться? Это же их дело. Может, других процессоров им не найти. Или они ищут... альтернативу. Я, запустим, Mi 12 на Dimensity купил тоже. Какие-то такие скудные сокровища очень, я вам скажу. Он стоит как чугунный мост. Ну, дорого. О, суббота и воскресенье, день и ночь работать. То есть ты вообще не спал в выходные? Вот то, чтобы в сутки спать минимум 4 часа, это прям must have, обязательно. Да, когда работаешь по смену, вообще без разницы. А военные обычно не любят, наоборот, выходной, потому что это спорт массовый, если у тебя выходной, или какая-нибудь плохая тема из разряда каких-нибудь праздников, торжественных маршей и остальной радости. Это те, кто не участвует какой-то штуки. Да, суббота по ХД. Суббота, по-моему, самый спокойный. Wanna become famous? Нет, I don't wanna be famous. Еще раз заблокировать. Вот люди, да? Притом его с сентября не банят. Universal, конечно, спам. Старшим в выходные быть такое себе на службе. Да, еще кто-нибудь что-нибудь себе повредит, и ты в воскресенье проведешь вместе с вечером в разбирательстве, дознании, еще проверяющие какие-нибудь приедут, да? Свои спортивные массовые я наспортивился, хватит. Однозначно. Так, куда? Лестница где? Лестница где? Не, все равно 12 часов это прям долго-долго. Придется плыть. Ну, поплыли. Вообще круть. Вообще круть. Молодцы же ж они. Идея-то норм. Смотрите, как они все обрисовали, да?
Вообще. Молодчаги. Вот кто Диабло ругал? Ну игруля же топ. Спортмасса и ПХД лучшая в армии, да. Лучше уж в наряд. За буйки не заплывай. Однозначно этого делать не стоит. Вот они опять. Красавцы. Опять кто-то... Ей. О! Жизни-то едят нормально. Все ждем Диабло на ПК, когда она там должна появиться. Так вроде народ на ПК играет в ней или нет? А, я имею, вы имеете в виду не Immortal, да? Ну, видите, их затроллили, мне кажется, с этой версией. Они, в общем, деморализовались слегка. Мне так кажется. Может, я не прав. Амбиции губят. Сами себя затопили. Да. Просто Diablo 4. Так, ну-ка. Мы все ждем, это экшен. Видели же под Пугачеву. Как песенки. Заруба. С лютым графоном. Ты меня бесишь вот этот вот стреляющим огнем. И вот так. Такое рубилово вообще лютое просто. Вообще огниво. Вот просто огниво. Молодцы. Там как будто пираньи с лягушками плещутся. Левой руке очень горячо. Левой руке горячо. Без чехла, мне кажется, играть грани прям очень-очень-очень горячие. Некомфортно. Вот сейчас некомфортно. Получается 1:15 и кайфа мало. 44 градуса. Да, 43. Ну, неприятно. Шутками тут прямо обострено у всех, это печально. Да, Микс, ну, комфортно нам. Почему печально? Для кого печально? Опять же, понимаете, вот, допустим, почему у меня растут просмотры. Потихонечку, с годами, постоянно. Потому что есть определенная категория людей, которые интересуются техникой. Кто интересуется шутками, мне кажется, идут чуть-чуть на другие платформы. И я хочу, чтобы этим людям было максимально комфортно, даже на Твиче. А для меня печально, я шутить люблю. Ну, идите шутите куда-нибудь в другое место. Логично, что... Где человек, там он определяет правила. Я играю в станок, смотря стрим. Станок? То есть ты сейчас работаешь, что ли, Джейсон? И есть. Второй маяк у меня, теперь надо уходить, пока не поздно. Интересно, что поделывает Фурут в Цин. Понятно. Так. Шутить надо уметь. Да, очень много тонких красных линий. Вам кажется, что вы шутите смешно, а по факту вы шутите не смешно. Вот я, допустим, понимаю, что у меня шутки не смешные. Я чаще, наверное, извиняюсь за них, чем шучу. Но очень многие люди, к сожалению, не понимают, что шутить они не умеют вообще, тем более на большую аудиторию.
и упорно это делают. Особенно люди на стримах. А у Опоссума тоже, да, с шутками не все всегда хорошо. Техника, юмор и многим еще. А Момикс, это бесконечно важная для нас всех информация. Спасибо, что поделились. Вы очень разносторонняя личность. На таких, как вы, и держится любая земля. Так, что у нас здесь? Магали Визжащий. Так. Ну, а Опоссум, да, это зверек. Если чисто технически. У него, кстати, жизни норм. Блин, вообще бодро жизни. Событие завершено какое-то. Опоссум же админ. Да, все правильно, поэтому у него все плохо с шутками. Не бывает людей, наделенных властью, у которых все хорошо с шутками. Так, дикий зверь, да. Необузданный дикий зверь. О, Universal откуда-то взял. Опоссум это гроза очень многих американских штатов, к слову. Я так понимаю, что у них где-то даже отлавливать нельзя, и поэтому они просто народ терроризируют капитально. Леново с активным охлаждением это вообще прелесть. Это мечта. Мечта всех перекупов. И людей, которые хотят, чтобы их обманули. Да не, вы заметьте, что вот Lenovo, ZTE, они все появляются у одних и тех же людей, так же как Zoom. Я ничего не хочу сказать, но вы просто сложите ZTE, Zoom, Lenovo, Motorola. И у вас картинка-то сложится. Что, как и почему? Что кто советует? Притом как к ряду вообще. Топ на топе и топом погоняет. Шутки надо просто понимать, уметь. Уметь понимать, да. Если вокруг одни дураки, не всегда это значит, что вокруг одни дураки, я могу вам так сказать. Я думаю, вы и так догадываетесь. Она админ штатов вообще-то. Так, все, можно говорить. Мои переговоры ничем не закончились, но я узнала, что капитан пиратов хранит краденые реликвии на этом корабле. Значит, маяк тоже там. Идем скорее. Идем, понеслась. Туда. Куда? Сюда. Опа. Бумеранг. Ох ты, ёшки, ничего себе, где там? У меня такие были на службе, чуваки. Которые тоже думали, что они хорошо шутят, все понимают. И им казалось все время, что вокруг одни долбоящеры. Я могу сказать так, мне кажется, они ошибались. Но мне, с другой стороны, скорее всего, они это никогда не поймут. И это хорошо. И вы ничего не понимаете. Так, где? Куда? Осмотреть стол. Бесхребетный ты трус, твой посланник пошел на корм моим любимцам, а его добычу я закрыл на замок. Если она тебе нужна, приходи и возьми сам, Родри. Ну окей, пошли. Армейские юмористы — это отдельная тема, да. И никуда от них не деться, вот что самое ужасное. То есть, насколько бы они не были глупы,
ты все равно будешь находиться там с ними, потому что у майора свое чувство юмора оказалось. Евген Марин, да, у майоров тоже отдельное чувство. Там вообще от звания очень сильно чувство юмора зависит, в принципе, всегда. Стол. Почему он не открывается? Ничего не вывалилось просто? Ладно. Давайте по-быстрому его закончим. Ух ты, ёшки. А хорошая у него, кстати, магия. И рыбки тоже ничего. И рыбку съесть. Хотя это больше на ящерицу. На кого похоже, я даже не знаю больше. Ух ты, ёшки. Жизни, жизни, жизни. Все, пошла. Пошла, передай. Захели и не удачи. Подлые горы. Ей, матрица. У нас там зам по ВПР, бывший танкист. Вот у него чувство юмора никто не отнимет. Ну это да. На то зам по воспитательной работе и юморист. Так, и... Ничего, прям как это, ролевая игра. Ей! Что-то мы должны достать. И кому-то прийти. Это ж по крайней мере у нас. Остальные два у тебя. Хорошо, тогда вернемся в Намария. Понеслась. Сань, скажи хоть как твой день проходит. А то в каждом обзоре ты в 3 часа ночи в 5, примеру, съемки записываешь Мурина. Нет, ну вот смотрите. Допустим, сейчас я закончу стрим. Где-то в 12. Потом я буду все это дело скачивать и склеивать, потому что он слетал. После того, как я буду его склеивать, я буду его угружать на YouTube. После того, как я буду выгружать, вот сейчас было мелкое подлагивание на YouTube, то есть, ну, это будет пол второго где-то. Я, разумеется, мне есть чем параллельно заниматься, есть что параллельно тестировать. Завтра, кстати, будет обзор на Lenovo Y900 на планшет. Я не скажу, что я его захейчу. Вот его я захейчивать капитально не буду, не так, как на стриме. И его поделаю. Потом что я еще буду делать? Да еще много чего можно делать. Короче, где-нибудь к 3 также, да, я пойду домой. Ну, то есть, поэтому вечер у меня такой поздно заканчивающийся. Плюс я все время вспоминаю о делах, когда я свободен. То есть, я вот закончу это, и потом буду уже думать о том, что мне надо сделать. Сейчас я нахожусь на стриме, я стараюсь больше ни о чем не думать. Неважно, там 5 человек сидит, 730 или еще сколько-то. Я говорю, единственное, я хотя бы могу сейчас на Твиче говорить, что вот мне выгоднее реально стримить на лайв-канале на Ютьюбе. Но я этого делать пока не буду. Еще раз повторяю, что платформа как Твич мне импонирует с той точки зрения, что если я захочу делать какие-то влоги, то мне здесь будет комфортно с людьми общаться. Просто комфортно. Просто удалять, закроют его, забанят, окей. Что-то какой-то дурдом здесь по взрывам. Вот здесь тоже были подлагивания, но мне кажется, что здесь ни при чем телефон, а просто какое-то место такое мракобесное. Кстати, завтра будет розыгрыш? Да, завтра будет стрим, скорее всего, может быть послезавтра, но скорее всего завтра. Стрим-розыгрыш, думаю, также в часов в 9. Но это будет уже на лайв-канале. Когда будет короткий обзор? На что? На этот аппарат будет через 2 дня полный обзор. Зачем вам короткий? Может, через 3. Получается, сегодня 28-е, 30-е, 1-е, скорее всего, 2-го. Если все будет хорошо и ничего не изменится, то 2-го числа. Саня, спасибо за стрим, пойду, основы статистики сами себя не выучат. О, да, давай. А почему ты в августе учишься? У тебя не это? Что-то случилось плохое с учебой? Вы же не с 1 сентября разве? Не забудьте подписаться на лайв-канал, на основной канал. Всем огромное спасибо, кто дошел. А, Евген Марин, удаленка. В августе все равно. На К50 Ультра будет, если мне его вышлют. Пока еще не выслали. Я купил этот самый дорогой, который у них. Полный.
Доброй ночи, доброй. Я, скорее всего, с Филом еще завтра анонсирую стрим. Но он, наверное, будет числа 7-го. Придете? Будем рассказывать вам о том, какой лучше купить смартфон для фото и видео. Два взгляда двух странных ютубовцев. Ютуберов. Ютубовцев. Конечно. Еще раз, у нас с ним очень часто разное мнение, но я думаю, что плюс-минус что-то посерединке вы для себя услышите. Когда стрим, думаю, я с ним проконсультируюсь 7-го, наверное. Я говорю, я пораньше все-таки анонсирую его, потому что это такое... Для меня это событие, я 5 лет ни с кем не стримил. Потом постримим на его канале. Вот, он у себя анонсирует, я у себя. И мы сделаем такой гайд, как выбрать смартфон для фото, по мнению двух блогеров. И я больше про это думаю из разряда... То, что у меня обзоры на смартфоны, в принципе, сняты. У него они на камеру сняты. Но он их много сравнивает. У него есть тоже какое-то мнение. В принципе, я его разделяю по поводу того, что, допустим, X80 Pro – это лучший вариант для фото и видео сейчас. И по количеству спеков, и по самому сенсору, и по реализации, по всему. Джейсон, рад, если будете. Я говорю, это мне кажется вообще прям интересно. Мы уже полгода с ним по поводу этого разговариваем и договариваемся. Просто да, нужно уже это делать под ноябрь. Под то, что вот люди решат приобретать что-то. Может, в ноябре также посидим. Он у меня, я у него под ним. Будет интересно, однозначно. Но это даже, видите, это не такая коллаба из разряда, как люди просто сидят и записывают вместе ролик. Это основной канал у меня будет. Это будет стрим, это будут ответы на вопросы. Чаще, наверное, будем на донейшн отвечать. Я не знаю, я, наверное, даже выводить не буду. Потому что донейшн тоже разные бывают, если там будет трехэтажный мат. Зачем? Когда установил Twitch, чтобы посмотреть стрим? Стегоцефал, огромное спасибо. Если не сложно, то... Подпишитесь, ну, бесплатно, там есть алгоритм простой, сердечко нажимаете и все. Так, возвращаться никуда не хочу. OnePlus Ace Racing хуже при стриме в Diablo. Я там его не стримил в 90 FPS, давайте откровенно. Пока этот выигрывает по стабильности, учитывая, что здесь 60 FPS однозначно. Я слышал, что Redmi K50 Ultra будет на глобалке 11... Xiaomi 12T Pro. Если я куплю Redmi K50 Ultra, могу ли я перепрошить его на глобалку? Не факт. Они могут чуть-чуть другой процессор поставить и все. Или вы, опять же, при перепрошивке можете получить кирпич. Там много особенностей, даже при перепрошивке Ultra. Xiaomi 11 Ultra. Хотя она уже давным-давно была выпущена. Опять же, я не особо мастер прошивок. Я говорю, а за то, чтобы не прошивать, либо давать людям, которые дают вам гарантию на прошивку. Лучше лишние деньги заплатить хоть чуть-чуть. Не больно на это смотреть. Когда-то место было полно радости, теперь оно безжизненное и забыто. Постой. Нет, мы не одни. Кругом бесплодные духи. Готовься к бою, герой. Да, я всегда готов. Заруб начинается и продолжается. И, наверное, в следующий раз я буду гонять в PUBG уже счетчиком FPS. И, скорее всего, это будет Red Magic 7 Pro, да? Как вам идея? Мастер прошивок Валентин. Валентин вообще бог прошивок. Бог прошивок пользы. Сам себя осуждаю. PUBG пушка. Да. Призвать, готовься. Так готовлюсь я, где? Где там сауроны все эти? Ей, привет. А вот ему призвали, скелет маг. По одному скелету магу убиваются, и потом убиваются эти типы, правильно? За этим барьером находится круг призыва. Ну, отлично же. Убей магов, ритуал прервется. Так уже же убил. Осквернитель, понятно. Магов убьем. Проблем какие-то. Так, а подождите, а кого первого надо убивать-то?
А, вот этого, наверное. Так, это раз мат. Это два мат. И три мат. Ну такой думает, а что мне дальше делать? Я же один. Кого там вызову? Well done, champion. Так, на Redmi K50 Ultra можно поставить русский язык? Нет. Можно только похимичить, и в итоге вы получите переведенный аппарат. Но я не помню, мне кто-то советовал какую-то программку, но все эти программки могут заползти вам в личные данные. Кто знает, 120 FPS в PUBG на iPhone 13 Pro и вправду завезли? Я не знаю, могу сейчас зайти посмотреть. Но он сбрасывает яркость даже. Приди ж, тварь, яви нам свой ужас. Это ты мне или кому? А нет, это кому-то там. Знойный. Знойный. Прям как рэпер. Только у нас гнойный, а здесь знойный. К чему это все? К тому, что, может, и привезли, но iPhone сбрасывает 13 Pro Max яркость. Какой смысл от этих всех FPS-ов, если экран тусклый? Расскажите мне свою позицию. Ух ты, ёшки. Все. Победитель демона. Это не испытание. Да я согласен. Где? Пепельный с пустошим мародёром. Да хоть два мародера. А, их три. Отлично. Пусть три мародера. Ну, все, что не маги, все терпимо. Магов лупить тяжело. А таких типов вообще просто. Посмотри на себя, жалкое зрелище. Да, есть такое дело. Не самому за себя стыдно. Какую музыку слушаешь? Слушаю все. Но больше рок, наверное. При любом раскладе всегда больше рок. Хотя меня умиляют всякие тиктокерские темы из разряда там, как дельфина коверкуют, как много кого в тиктоке. Я думаю, вы слышали. Когда люди берут куски его песен и не понимают о чем. Linkin Park — это просто топ. Мега гипер супер топ. Linkin Park — это группа моей молодости, как и Metallica с ее с релоидом. Как и OK Computers. Как и Blur. Еще много всего. Ну, просто в начале 2022 года все говорили, что профессионального гейминга кибератлеты выбирают iPhone 13 Pro. Да, но на минимальной графике. Зачем максимальная эта графика? На минимальной они... Или с кулерами, может быть. Не знаю, как они играли. Это у них нужно спросить. Я не кибератлет и не особо интересуюсь. Ходили-то они по-любому с айфонами. Вопрос просто, играли ли они на айфонах или нет. Ух ты, ёшки, надо все время двигаться с этими типами. Ладно, ладно. Да. Кулером на Black Shark, да, с двух сторон кулер еще был. Эпика не помню. Так, ну-ка, ну-ка. Все, я сдаюсь. Пусть эти типы играют. Ух ты, ёшки, они что, убили всех? Даже скелетона моего убили. Прикиньте, они скелета убили. Очуметь. Как можно было убить скелета? Уже неубиваемый вообще. На 4 противника.
Если скелета вообще не убить. Вообще. Но фаргот. Ну какой тебе фаргот был? Ты ёшки. Я обладаю мистерию, но я ничего не чувствую, только тьма. Вот так оно и бывает, когда переоцениваешь свои силы. Предательство и зачем жилетку. Спасибо, герой, да, пожалуйста. Храм на Маре, завершено. Ну все, вроде мы все прошли. Час 38, еще чуть-чуть и пару еще каких-нибудь штук пройдем. Твой скелет был слабаком, смирись. Саня, микро, мы не слышим, ты как ты переживаешь там? Да не переживаю, все нормально. Все в огне. Так, кого-то я там спас, все отлично. Вместе с кинжалом, да еще и с книгами на Маре, ты понимаешь, что это настоящий подвиг. Да, мы понимаем, что мы час 40 уже гоняем GT2 Master Explorer Edition. Explorer. И это настоящий подвиг. Да и сейчас я микро не закрывал. Опять? Что опять случилось? Что за стресс? Ну вот сейчас лагает. Поначалу нет. Там надо нажимать долго. Там же чувствительность надо настраивать. Может, она только сейчас появилась. Возможность настройки чувствительности. Так, ну все окей. Типы. Все. Так, вот здесь какие-то типы серьезные должны быть. Да-да-да. Мерзкие ящерицы. Ей. Да, непонятно, зачем я сюда заходил в итоге. Перемещение прервано. Куда перемещение? О, подземное логово. Войти. Обычный. Какие-то награды. Походим. Смартфон практически справился. Архитектор, ну, технически, учитывая, что здесь 60 FPS сейчас, он, ну, прям все хорошо, я считаю. Так, непростые типы. Тайное логово. А здесь еще и уровень один, то есть их несколько уровней у этого логова. Вот мародер вообще всегда серьезный тип. Сундук обычный. Чуть-чуть золота. Подлагивания пошли. Это перед высадкой десанта. И магии, видите? Когда много магии, еще высадка десанта, он все-таки фризит. И паучок. В 70 тысяч ближнего паучка, это прям, конечно, трындец как много. Всего-то паучок. Еще есть какой-то там супер магии. Но это не страж логова. Вот это похоже на стража, но, скорее всего, тоже не страж логова. На рулу. Ну, у него быстро же бьют. Прям очень. Ну, серьезный тип. Как противник. My pack at... Нечего собирать всякую лабутень. Собирай только нормальные вещи и все.
Если что, встретишь, если только встроенные в уши, пожалуйста. Так, понятно. Так, куда мы дальше идем? А, там дальше можно вниз. Окей. Там есть настройка фильтра автоподбора шмоток. Хорошо. Сейчас посмотрим. Настройка. Управление. Не вижу пока. Сейчас. Контроллер. Управление. Цель основной атаки выключена. Изменение кнопок понятно. Размещение. Умение. Умение. Здесь нету. Общее. Автоматический сбор. Магический редкий. Все. Все, спасибо. Почему не реагировал на него скелет? Потому что это тоже скелет, типа. Покинуть. Покидать я не хочу. Зачем мне покидать логово? Спасибо. Убейте стража логова. Хорошо. Легко. Я так думаю. Да, 16 тысяч. Норм. Где-то наверху, наверное, или внизу. Два. Да, вот он. Ой-ё, ненавижу вот эту вот штуку просто. Стреляющую. Пеклом этим. Какие-то ушлепочные штуковины. Хотя у него нулевая защита, видите? То есть ты его лупишь и все. А урон от него космос. Прям космос-космос. Все. Ну все, можно уходить. А, на второй уровень. Еще раз, апрельский игрок, огромное спасибо. Так, бесподобный сундук. Зловонный котелок. Опа. Какой-то злобный тип. Еще из 50 тысяч жизней. Еще и вызвал кого-то. Убейте противников. Логично, что надо. Точно не радовать своим внешним видом. А уничтожать. Ей вообще ничего не дали. А, нет, какой-то бриллиантик дали. Интересно, сколько здесь уровней? Всем доброй ночи, спасибо за стрим. Тебе спасибо, что зашел. Уровень вообще не поднимается. Баркман, уровень чего? Игры мои? Или уровень чего? А почему он должен подниматься? Я играю только во время стрима. Персонажа нет, 43-й. Почему не поднимается? Видел новость про PlayStation, открыло мобильное подразделение, чтобы заблокировать нам еще и возможность мобильных приколюх, чтобы мы их тоже не могли купить. Так. Уровень персонажа 43. Раньше стрим несколько раз поднимал. Ничего не понял, но окей. Дубль 2. Все, завис. Теперь уже не висит. Устал. Ну, как бы стримить, получается, час 50, наверное, тяжело. Все-таки нелегко ему было.
Так, а где у меня секундомер? Тихо, тихо, тихо. 1:47 он сейчас стримит. Ну, вот в режиме игры реально. То есть еще через 13 минут и все, и мы даем ему отдыхать. Заканчиваем это гиблое дело, и в принципе игра сама не залипла. То есть он просто перегрелся, и у меня реально, да, если честно сказать, конечно, рука стала греться больше. Убейте стража логова. Сейчас убьем. Да, убитый скелет забрал силы с собой. Однозначно. Так, все. Теперь у нас нету места для серьезных вещей. Поэтому несерьезные мы будем разрушать. Уничтожить. Можно было бы еще сразу выбрать уничтожить эти все неважные. Бесполезные, я бы сказал. Но нет, такой функции, к сожалению, нет. Все круче. Перенести. Магия, нам нужно больше золота. Нам нужно больше магии. И еще следующий уровень вниз. Там вон вниз, наверное, уровень еще один. Надеюсь. Нет, тут покинуть логово. А есть следующий уровень? О, есть туда. Есть там кто-то. Не пускает меня, понятно. Теперь надо зайти туда и сказать, чтобы всем перезашли. Не, я думаю, что все должны быть просто уже на опыте. Очистить демоническую залу. Нет у меня. Получить еще. Опа. Вот я и телепортнулся. Ладно. Мне нужен телепорт. Надеть, перенести. Надеть, перенести. Все. Надеть, перенести. Надеть, перенести. Надеть. Все, я весь в кольцах, весь в амулетах. Нереально эпичен. Святилище-проводник. Не понял. Все. Мне кажется, что это было вот когда я нажал на эту штуку, что типа временное перемещение, и он вырубился. Может быть, это не вина смарта. Хотя, опять же, смартфон горячий. Горячий. И ощущается, что ему нехорошо. Умения. Смотрим. Взрыв. Уровень 11. Костяная броня. Окружает вас костяным щитом. 12 секунд. Это постоянно, что ли, врубать? Тоже не особо удобная штука. Скелет 7 уровня. Повелитель скелетов 11. Копье пока 1. Ожог души 10. Да, в любом случае, нам осталось еще 9 минут, и все, и будет ему радость. Просто я без остановки фактически играл. Есть же вход в древний портал. Вот пойдем туда, и мы сейчас сначала разберем все. На 60 FPS вообще цвет. Цвет блеск. Супер смарт. Плюс ему в карму. Не всякий так сможет. Ну, лагает вообще люто. Рисует карту. Рисовальщик. Так, и где у меня тут? Все, прямо и чуть-чуть туда. Что опять следующий стрим начну, и опять нужно будет все это дело разбирать. Так, хоть там не буду этим заниматься. Магазин. Так, это магазин. Мне нужен не магазин. Мне нужен кузнец. Слуги. Разобрать. Раз, два, три. Ей улучшить. Улучшать нечего. Передавать уровень нечему. Все. Вот так оно и бывает.
True Community. Ну, сейчас уже фризить начал, потому что, мне кажется, город в первую очередь. Потому что во время боя не меньше, а здесь все телепортятся. У всех лагает, много народа в локации. Да, мне тоже так кажется. Портал дерзаний. Войти. Но вот главное, чтобы мне сейчас не написали, что я слишком слабый. Напишут, что слишком слабый, значит все, триндец. Мне не дадут просто никаких бонусов за игру. Что-то нет никого. Скучно. И вот. Как ген 1 не полностью загружался на 70-60%. Хорошо. Все, не пишу, что я слишком слаб. Это самое важное. Ой, ёшки. Хотя я недостаточно, мне кажется, силен, учитывая их спеки. Вообще какие-то типы нормальные. Хотя до этого проходил, может быть, даже легче. Мне говорили, что я недостаточно силен. И не давали возможности с боссом. Интересно, что здесь за босс. Здесь зачистили. В жизни только так уходят. Ну, так почти тогда оставляем такую же штуку, как я делал раньше. Ставим скелета. И заслонку. Не идем на рожон. Не лезем. Здесь у нас что? Здесь всякие прелести в виде кишок, как всегда. И понеслась. Ген 1 хорошо реализован. Да, мне тоже нравится. Все. Ну, короче, сам подставляюсь. Нечего подставляться здесь. Ставить мага и все. Ух ты, ёшки. Вот, да, долбитесь здесь. Вот так. Вот так. Вот так. Упаковки. Все. Три жизни. Здесь уже тип этот есть. Есть. Нет, это скорее всего я кликнул не на то, и поэтому он слетел. Передвигал эту штуку. Есть контакт. О, да. Тут веселье. Вообще ему под эту попадешь и все. В топку. Пусть развлекается сам с собой. Бегает. Так, взрыв. Нормальный тип. В жизни просто космос был. Ну, при восьмерке плюс тоже довольно удачным процессором был. Не знаю, мне нравился. Он более-менее оптимизированный был такой. Я два раза могу этой секирой купить.
То есть она копится до двух раз. Это уже интересное кино. Ёшки. Жизни убирает много-много сразу. Любой вот этот вот тип. Даже самый простой. Под секиру не попадать теперь. Не убивать их не так просто. Хотя никакие не клиники, просто обычные тупые. Усиление, умение восстановлено. Великолепно, только теперь бежать обратно. Микро. Ничего не говорю, поэтому с микро все в порядке, скорее всего. А 2 минуты у нас будет ровно 2 часа, и можно будет оценивать, насколько ушла батарея с 99%. Напоминаю, что смарт гоняется на 60 FPS, и ему тяжко. И это естественно. И так и должно быть. Такая вот ударная подход. Ударный подход норм. Угу. Уже не 19 тысяч. И последние 2000 жизней. Все. Сейчас мы быстрее его уже убили. Ждем 2 раза, все. И 1, 2, 3. Опыт. Опытом его опытом. Вот этого типа тоже надо убить. В принципе, урон даже у основного героя неплохой, не только у этих типов. Лучше прорисовать все. Устройство должно приносить удовольствие. Да, приносит. В целом приносит. Страж портала уже здесь. Отлично. Ну и... понеслась. 220 тысяч жизней. Неплохо. Уже 200. 10% мы увели. Такими темпами норм. Только не попадаться ему под руки. Потому что жрет он... жизни слишком много, а мне их брать неоткуда. Ага, есть откуда уже, все отлично. Так. Так. Скелет тоже молодец. Так, все житуху надо брать. И ставить ему мага. Уже 40 тысяч. И как раз потом будем смотреть, сколько там съело. Как раз 2 часа 1 минута. Учитывая, что мы приостанавливали стрим, будет как раз корректно. 19 тысяч жизней. И портал завершен. Ей! Ожог души. Сколько мы умений улучшили сразу. Не зря сходили. Так, микро. Смотрим остаток батареи. Сейчас он телепортнется. Телепортнулся. Здесь посмотрим тогда. 52%. Это почти антирекорд. Это значит, что мы поедаем 25% в час в среднем. 24. Первый раз, первый час, второй час 25%. Так, я выхожу из игры, и Twitch не остановился. Включаю чат, понятия не имею, почему он так включился, но ладно.
Что я могу сказать? Всем огромное спасибо, кто наблюдал за этим делом. 2 часа мы в игре мучили этот смартфон. К его счастью-несчастью он выжил. Один раз он вылетал, но, скорее всего, по моей вине, скорее всего, я на Twitch не туда нажал на иконку. Из-за эмоций. Жарко, но рука потела, потом перестала, потом опять потела. 60 FPS это прям очень бодро. Особенное спасибо всем, кто досидел. Дмитрий, Баркмен, Барк, Бэтком, Алекс. Спасибо всем, кто дает мне какую-то информацию. То есть то, что здесь сенсорная область, отлично, я теперь знаю. Вы теперь знаете, что 3 миллиона баллов в Antutu AI он выбивает, и ночью он снимает хорошо. Это все пока, что я могу вам рассказать, потому что 1 миллион баллов в Antutu он не выбивает. По поводу стресс-тестов пока все плохо, я сейчас подожду, может он остынет. Не очень хорошо все с автономностью, он не идеален. Он настолько же хорош, что насколько хорош был первый. Просто после этого первого Master Edition, который стоил по тем меркам, по-моему, 24 или 27 я его покупал. Я такой радовался, а на этот не было такой лютой скидки на старте продаж. Плюс там я надеялся, что будет глобалка. Здесь я знаю, что глобалки у первой версии нет, значит, у этой, может быть, тоже не будет. Завтра у нас розыгрыш 2 смартфонов 5 Mi Band. На лайв-канале, не на основном. И если все будет хорошо, будет и Нубия в таком формате. Если вы смотрите это все дело на Ютьюбе, на лайве, допустим, до конца, огромное вам спасибо за любой коммент. Вы помогаете проекту. У меня выбивает 1 миллион 63 тысячи. Великолепно. Вам окей. Ну как мне не нравится вот это вот все дело. Вот. Вас он выбивает в морозилке, наверное. Плюс 936 тысяч баллов у меня в Antutu. Если у кого-то он набирает больше, скорее всего, человек телефон гонял без чехла. Вот сейчас я вижу, что какая-то лабутень получается с разверткой. Вы это в конце видите. И может быть, он гонял его в холодильнике, может быть, на кабеле. Вот так драматично, я думаю, что... Я скажу вам спокойной ночи. Огромное спасибо всем, кто пришел. Все тесты вы увидите либо на прожарке, если лакаете 1000 раз, что мне, конечно же, сомневаюсь, как и вы. Если нет, то на основном канале обзор будет скоро. В Мурманске гонял? Вполне возможно, да. Да, в морозилке. Огромное спасибо Дмитрию Гордиенко, Баркоман, Universal. Еще раз всем счастливо. Опоссум, если досидела. Если не досидела, тоже. Увидимся в следующий раз. Скоро заберу Samsung, скоро заберу Nubio, скоро заберу еще что-нибудь интересное и расскажу вам вот в таком виде. Доброй ночи!